Добрый день всем любителям второго StarCraft. Это Алекс 007, и сегодня я бы хотел поделиться с вами очень-очень хорошей новостью. Если вы подписаны на наше сообщество ВКонтакте vk.com/korea20, то вы уже наверняка знаете о том, что рубрика «Корея на прицеле 2.0» в сотрудничестве с корейским сервисом потокового вещания Africa TV предлагает вам уникальную возможность насладиться матчами топовых игроков StarCraft 2 Legacy of the Void в рамках официальной русскоязычной трансляции Global StarCraft 2 League. Начиная со вторника, мы будем практически ежедневно показывать вам баталии топовых корейских прогеймеров. И отличная новость для подписчиков моего YouTube-канала Alex007SK2 заключается в том, что записи матчей будут появляться именно там. Но, честно говоря, просмотр матчей такого калибра в записи абсолютно несопоставим с просмотром прямых трансляций просто по тем эмоциям, которые вы можете получить от поединков профессионалов высочайшего класса. Поэтому я предлагаю вам познакомиться с возможностями корейского сервиса Africa TV. Зайдите на нашу страничку africa.tv/korea20. После этого пройдите очень-очень простую процедуру регистрации. После того, как вы зарегистрируетесь, вы сможете добавить наш канал в список избранных и сможете получать уведомления о начале трансляции на свой e-mail адрес. Для того, чтобы это произошло, убедитесь на страничке настроек, что у вас стоит галочка «Receive Notification Email». И тогда вы будете получать письма каждый раз, когда мы будем начинать прямые трансляции. Кроме того, сразу после того, как прямой эфир на Africa TV закончится, у вас появится замечательная возможность насладиться записью трансляции, причем записью, которая сохраняется вместе с чатом. Обратите внимание, мы проматываем плеер, и появляются все сообщения, которые были опубликованы в чате к этому моменту. Очень удобно и очень занимательно. Я думаю, что наши трансляции Кореи на прицеле придутся вам по душе, и вы получите огромное удовольствие как от просмотра прямых эфиров на Africa TV Korea 20, так и от просмотра записей на моем YouTube-канале Alex007SK2. Жду вас уже во вторник в 12:30 по московскому времени на первом эфире Global StarCraft 2 Лиги в рамках официальной Кореи на прицеле 2.0. До встречи!